Друзья, всем привет! С вами Михаил Рудеев и канал Бостон Техника. Сегодня у нас на обзоре, а также на реализации прицепной кормоуборочный комбайн Полесье, модель КДП 3000 или ФТ-40 по-другому. Полностью, друзья, в рабочем состоянии на текущий момент, каких-либо серьезных капиталовложений не требуется. Сейчас проведем визуальный осмотр, также расскажу по технической части. Ну, данный комбайн, кто разбирается, сразу понял, предназначен для скашивания кукурузы, восковой спелости, полной спелости, также для уборки листостебельных травяных культур. Друзья, в комплекте комбайну идет на данный момент установлен подборщик, платформа подборщик шириной 1,85 м. Также в комплекте, друзья, идет жатка для грубо стебельных культур и также травяная жатка размером 3,4 м. Сейчас давайте проведем визуальный осмотр. Все узлы, друзья, полностью в рабочем состоянии. Резина, вы видите, в достойном состоянии. Износ протектора где-то порядка 30%. Кстати, вот шильдик платформы подборщика. Год выпуска всей данной вышеперечисленной техники 2008. Повторюсь, полностью в рабочем состоянии. Каких-либо текущих серьезных вложений техника не требует. Все узлы в прекрасном рабочем состоянии. Резина второго колеса. Перейдем. Обзор с этой стороны. Силосопровод. Все карданные соединения обслужены. Ремонта никакого не требуется. Шнек. Подборщики хорошего состояния. Друзья, также напомню вам, в нашей компании Boston Technic технику и оборудование можно приобрести как в лизинг, так и в кредит за наличные средства и отражает. Друзья, повторюсь, техника полностью в рабочем состоянии. Кукурузная жатка в комплекте. Полностью в рабочем состоянии. Шильдик. 2008 год выпуска тоже. Ротор в хорошем
рабочем состоянии. И, друзья, как и говорил, жатка травяная. Кстати, жатка не эксплуатировалась, не работала, но из-за хранения вот имеет такой вот внешний вид. Хранилась она под открытым небом. Но в эксплуатации не была. Штригель. Все в прекрасном рабочем состоянии. Шнек. Без каких-либо повреждений. То же самое 2008 год выпуска. Так что, друзья, все, кто заинтересовался, звоните, пишите, обращайтесь, задавайте вопросы, будем рады на них ответить. Кому будет недостаточно фото-видео фиксации, фото-видео материала для принятия решения, звоните, договоримся с вами о встрече на более детальный осмотр данной техники. Всем спасибо за просмотр видео. Пока-пока.